Сабина. Хорошо. Тогда вот. Представлюсь, меня зовут Сабина, я поступила в этом году в Tufts University в США. Покажу картинки. Tufts University находится недалеко от Бостона, в городе Медфорд, в штате Массачусетс. Это 15 минут езды на машине от Бостона. И сейчас строят, кстати, станцию метро. То есть от центра Бостона будет минут 20 на метро, что тоже очень, конечно, прекрасно. А так примерно выглядит кампус. И мне очень нравится то, что он находится рядом с большим городом, так как у меня больше специальность про медиа, фильм, коммуникации в этой среде. Так что общаться с людьми и коннектиться с людьми — это очень важно и в большом городе. Но при этом мне нравится то, что это не совсем находится прям в самом большом городе, немного отдаленно. То, что это помогает именно коммуницировать и больше создавать, наверное, близкие общения со своими однокурсниками. Так, насчет сразу каких-то таких статс, GPA, IB я делала, ну, и так далее. GPA у нас измеряется первые два года 4.0, потом 4.25, измеряется по IB-системе. Но так я первые, получается, два урока, первые два класса, 9-10 класса я не брала никакие AP и так далее, у меня не было такой возможности. GPA получился 4.03, это практически максимальный GPA в моем случае. Может быть, чуть-чуть отстает от максимального, но, в принципе, это фактически все одни пятерки. Predicted IB у меня 44-45, и тут предметы, которые я брала: HL English Language Literature, HL Global Politics, HL Theater, SL Math AA, SL ESS, это так вроде что-то экологии, и испанский для начинающих. Получается, higher level — это HL, а SL — это standard level. Делала я программу IB, международный бакалавриат. Вообще, я учусь, я вообще из Казахстана, но я учусь в международной школе в городе Дубай. Переезжала я по, получается, работе своих родителей. Подала я без SAT, то есть SAT optional, и подала я без IELTS и TOEFL по причине того, что я училась в международной школе более 3 лет, и большинство американских вузов, по крайней мере, те, которые я подавала, я знаю, что некоторые даже этого не позволяют. Но так как у меня было, получается, английский, я изучала как родной язык, это указано в транскрипте, и также я училась очень много лет в международной школе, мне не нужно было брать IELTS и TOEFL именно для американских университетов. Секции honors — это то, что примерно я указала. Я не занималась олимпиадами и чем-то таким. Точными науками тоже не занималась. Я двигаюсь в сфере film and media studies. Это, в принципе, мой major. То есть маркетинг, социальные сети, журналистика, режиссура, фильм, медиа, телевидение, что-то в этом роде. Хочу что-то такое изучать. Посмотрим в университете, чем я буду прям конкретно заниматься, но пока что мне нравится эта сфера. То есть по honors я указала первое международное, то есть финалист Central Asian Women Mentorship Program. Это программа от посольства США в Казахстане и Нана Лумни. Проходила я этим летом, получается, перед 12 классом. Потом у меня грант в моей школе международной. Потом у меня дальше грант в казахстанской школе, в которую я, в конце концов, не пошла, но я указала все равно это достижение. А потом следующее у меня было награда из школы, то есть я брала курс по журналистике в 10 классе, в конце, получается, класса мне сказали то, что я являюсь лучшим учеником, так как я написала большее количество интересных, качественных статей и так далее, и я прям вложилась, в, скажем так, в школьную газету свою. А так мне эта сфера была очень-очень интересна, и я решила ей заниматься прям по полной. Также последнее я указала Certificate of Achievement, High Honors of Distinction, Member of the National Honor Society. National Honor Society у нас появился только в этом году. В нашей школе это такое сообщество активно социальных, но при этом отлично учащихся ребят, учеников школы. И такое происходит обычно в американских школах. Так, моя школа американская, но у нас в этом году только ввели эту National Honor Society. Я вступила, и меня приняли. Тоже проходил отбор. И также у меня есть Certificate of Achievement, High Honors and Distinction. Это то, что у меня были максимальные оценки в каждом классе, 9, 10, 11, 12 классы. Из activities, мое первое, которое я указала, это CNM,
Может, узнает, может, не знает. Это мой проект. Я занимаюсь им, получается, мы снимаем интервью, чтобы мотивировать молодежь Казахстана, показываем разные пути развития, поступления в университеты за рубежом, также трудоустройство за рубежом и вообще, в принципе, даже в Казахстане, поступления в разные вузы и создавание каких-то проектов, бизнесов, ну и тому подобное. В принципе, хотим развивать молодежь и мотивировать их на развитие в разных сферах. А на тот момент, когда я подавала в университет, я указала то, что я проинтервьюировала 71 человек, то есть у меня было 71 интервью на моем YouTube-канале. Вот я примерно указала то, что я founder of the non-profit organization, motivational project for inspiration and self-development of the youth, и то, что я столько-то человек проинтервьюировала. Мне кажется, с активностями очень важно указывать какие-то определенные четкие цифры и также цель какого-то проекта. Также я этот проект раскрыла в своем главном эссе, но об этом поговорим попозже. В принципе, вот тут Instagram и YouTube-канал наш. Так. Дальше у меня было We Can Help, это другой проект. Я вообще занималась социальными проектами, связанными с образованием. Мне это интересно, мне это нравится, и я это очень ценю. Дальше вот у меня вот founder of the non-profit organization We Can Help. Help kids around the world to gain a cultural understanding and learn skills, manage a team of 15 volunteers, around 300 student participants. То есть у нас было всего примерно 300 участников, было где-то около 15 волонтеров, которые преподавали разные предметы. Это не обязательно школьные предметы, это были английский язык, испанский язык, там психология, создавание поделок, там танцы и так далее. Преподавали это, получается, ученики международной школы, то есть испанский язык преподавала носительницы испанского языка, ну и так далее. Все, которые, в принципе, хорошо, так скажем так, профессиональны в своих предметах, и на эти предметы могли подсоединиться на наши уроки, через Zoom мог подсоединиться кто угодно по всему миру и учиться. Это было бесплатно. Получается, социальный такой проект. На данный момент я не так активно его веду, но CNN все так же активно веду. Потом у меня были стажировки в двух, получается, по медиакомпании казахстанское телевидение, и также было Associate PR Marketing Agency, это было в Дубае, я это проходила в 10 классе, а стажировку я проходила в Казахстане перед 12 классом. А также, помимо этого, я занималась журналистикой, тоже по моей сфере, по моей специальности, фриланс-райтер для одного медиапространства, тут написано имя, Маджук Медиа. И я указала, чем я прям занималась, то, что инициатировала, я сама нашла, контактировала главного редактора. Конечно, я контактировала многих главных редакторов разных медиа в Казахстане и не только в Казахстане. Откликнулись Маджук Медиа, я для них занималась фрилансом написанием статей. Я указала, сколько, в принципе, их читает по Инстаграм и по другим показателям на сайте, сколько их читает людей. И на какую тему я писала статьи, то есть opinion articles on teenagers and their struggles, потому что я писала из своей точки зрения и также спрашивала других ребят, точку зрения ребят по всему миру, в Казахстане и не только, на такие темы, которые волнуют подростков и не только подростков. Так, следующие активности. У меня был еще другой проект, ну, то есть это не мой проект, это проект моей одноклассницы, и она мне предложила в нем поучаствовать, так как на тот момент я уже вела CNN и другие проекты, я занималась своим блогом, медиа, маркетингом и так далее, и она мне предложила стать директором маркетингового департамента социальных сетей Girls Symposium, это ее проект, получается, это международное соревнование. Мы привлекли участников из 6 стран, это международный проект, и получается 200 команд. Пришло в команде где-то было 3-4 человек, ну и сами представьте, сколько было примерно людей. Также привлекли спонсоров, то есть за выигрыш там была определенная сумма денег, плюс возможность постажироваться, поработать с вот этими менторами, судьями, а судьи были сами, они прекрасные женщины, сами, которые создали компании здесь в ОАЭ. Также вот про нас опубликовали в Gulf News, это местная такая знаменитая газета, и я еще указала то, что я занималась именно привлечением этих команд, я коммуницировала с ними, общалась через маркетинговые campaigns, и я еще подготавливала медиа kits, вела социальные сети, в общем, все, что связано с маркетингом, было на мне. Я также занималась своим YouTube-каналом и Instagram-блогом,
Это просто лайфстайл-блоги про саморазвитие, про изучение языков, ну и просто про меня как человека. Я занималась также изучением иностранных языков, ну, английский, само собой, я указала то, что я технический носитель этого языка. Также у меня intermediate в Georgian and German languages. Я до этого жила в Грузии, и я изучала грузинский и немецкий языки. И сейчас я изучаю испанский. Последние 2 года обучения в школе я беру испанский как часть международного бакалавриата программы. Мне нужно было взять иностранный язык, я выбрала испанский, и сейчас я, у меня уровень примерно elementary, где-то A2, наверное. Также я волонтерю для, ну, волонтерила для ЮНИСЕФ через свой блог тоже в Instagram-аккаунте. Во время пандемии, во время 10 класса я это указала, то, что я создавала видео, писала тексты, посты. Также цель была это просто остановить информацию о COVID-19 и распространять точную фактическую информацию и факт-чекинг. И в конце я указала то, что я занималась, чем я занималась в 9 классе, это работа. Когда я жила в Грузии, я была преподавателем английского языка для детей и bookstore consultant, то есть была консультантом в книжном магазине, консультировала клиентов на их выбор книг, on their choice of books, и также я провела английский язык, уроки для, получается, студентов младших классов. Так. Куда подавали на ED1? Я подала на ED2 в Tufts, и, получается, меня взяли, а потом я уже забрала свои withdrew my applications из других университетов. Вот так. А насчет personal statement, я вот его, получается, скриншотила, это часть моего personal statement. Могу дать вам почитать, потом будут уже советы. Поэтому я, наверное, сделаю такую паузу и дам вам возможность почитать часть эссе, и потом на втором слайде будет другая часть. Да, давайте примерно, ну, где-то 2 минуты, да? Угу. Так, наверное, уже достаточно, mm-hmm. да? Да, это уже. Хорошо, тогда вторая часть, и потом я уже обсужу, как я думала и какие советы могу дать.
Хорошо. Тогда поговорю про свой personal statement. Как вы могли почитать, это было про, получается, мои переезды, которые тема уже немного затронула, то, что я переезжала в разные страны, и сейчас нахожусь в Дубае, в ОАЭ, и вот до этого я судила, в каких странах я жила до. А все начинается, получается, с вот этого калейдоскопа и так далее. Я вообще очень много эссе читала разных примеров и пыталась как бы понять, что для меня, что уникальное, и я видела даже эссе, которое девочка перечитала, что она переезжала, и таскивала как бы на полку разные вещи. Я думала, и тогда как раз у меня еще было по TOK, не знаю, знаете, не знаете, вот Theory of Knowledge, такой предмет, и там нужно было выбирать, короче, для эссе предметы, с которыми вы себя ассоциируете. И примерно тогда я вот думала, с какими предметами я себя ассоциирую и так далее, что для меня очень значит. А тогда я вот наткнулась на калейдоскоп своей дедушки, и я вот тогда вот задумалась, что, блин, оказывается, это должно было менять свое эссе, так как для него это много чего значило, а он значил много чего для меня, получается, прадедушка, и обсудить это так, как образование, как он ценил образование, как я его ценю, и почему я его ценю, и как оно мне далось, и как я могу дать образование, ну, скажем так, возможность получить образование другим людям, хоть каким-то образом, как я могу это сделать. Я тут обсудила тут с Сеном и Weekend Out. А насчет вот вопросов, как вы стали волонтером ЮНИСЕФ по активностям, они объявляли набор, то есть, я думаю, там не было прям такой большой конкуренции, то есть, как бы, кто хотел, они могли стать, добавляли в чат, и какие-то были задания, то есть, как какие-нибудь посты публикуйте, там, видео на это публикуйте, на эту тему. И вот так я примерно была, получается, виртуально таким волонтером. А удовольствие для чтения, спасибо большое, очень, конечно, красивое эссе. Спасибо большое. Приятно слышать такие слова. How did you come up with your common up essay idea? Any tips on brainstorming? Так вот, насчет вот brainstorming как раз, я, по-моему, это уже у меня есть в следующем слайде, но я тоже это сейчас обсужу. Оставайтесь одни и также спрашивайте людей вокруг себя, то есть вашу семью, друзей и так далее, спрашивайте их. То есть, грубо говоря, вопрос, на который вам нужно написать elemental essay, personal statement и так далее. И думайте, ну, дайте им знать, что у вас такой вопрос есть в голове. Может, они что-то придумают. Также сами думайте. Оставайтесь сами наедине с собой или в тишине, или какой-то такой срочно написать одно supplemental essay. И я ехала в машине, слушала музыку и там думала, типа, что я могу написать на такую тему, что я тут могу написать. И у меня мысли просто в разные шли, наверное, такие русла, волны, и я потом пришла, получается, у меня идея одного supplemental essay. Не для Tufts, но для другого университета, который, кстати, мне, в конце концов, очень понравился. Классно получилось, хорошая взаимосвязь с калейдоскопом. Чувствуется ваш опыт. Спасибо большое. Насчет вот как раз советов. Первое, это, наверное, вот ask for feedback, friends, teachers, family members, etc. То есть спрашивайте feedback у всех своих знакомых, но не переусердствуйте с этим тоже. Как бы спрашивайте тех, кто понимает, что такое common up essay, но и при этом знает вас очень хорошо, потому что бывало спрашивала людей, но не совсем было, так скажем так, helpful, не совсем было полезно для меня близких моих прям друзей спрашивать, а тем более лучше, конечно, даже семью, членов семьи, родителей, кто вас знает лучше всего, которые знают моменты даже с детства, как вы себя вели, в каких разных ситуациях. Вот это, мне кажется, очень важно. Be alone and reflect. Вот, оставайтесь одни, рефлексируйте, думайте вообще о вашей жизни. Я, ну, выполняла разные такие brainstorming activities от College Essay Guy, что я вам советую, и пыталась разные, как бы, объекты, которыми я ассоциирую, или вообще какие-то моменты жизни, которые поменяли на меня, повлияли на меня, просто brainstorming, записывать их на бумагу, а потом я смотрела, что с чем сочетается, и вообще, что можно, как бы, показать в эссе. Потому что я указывала несколько разных вещей, потом я думаю, блин, эти же три вещи, грубо говоря, можно друг с другом соединить. А другие идеи, которые я не упомянула, я могла бы использовать в supplemental эссе. Поэтому какие-то такие активности в интернете, я думаю, тоже очень помогают. Также третье — это do not kill your creativity, start the flow of thoughts, do not edit after finishing the draft edit. Это правда, потому что, мне кажется, многие из нас, по крайней мере, я, и многие, я думаю, то, что которые, в конце концов, добиваются людей своих целей,
к сожалению, перфекционисты, это хорошо и плохо. Плохо в том плане того, что мы пока думаем, то, что получится, не получится, или эта идея не совсем идеальная, мы не начинаем делать что-то. Всегда хотим что-то сделать идеально и максимально круто. Но на самом деле так не получится. Нужно хоть с чего-то начать, даже если ну, не идет, или, грубо говоря, наоборот, идет, но вы не должны себя блокировать, то, что, блин, как эту вещь, которую я вот думаю, ее правильно структурировать, красиво написать. Сразу красиво написать не получится. Сразу надо написать то, что вы думаете, то, что льется у вас из головы. Если ваша идея вдруг пришла, сразу и пишите. Что-то напишите, потом со свежей головой просто идете, редактируете, читаете разные другие эссе, возможно, как бы получится как бы найти вдохновение о том, как писать, правильно писать, какие-то статьи в интернете читать, видео смотреть. Но вначале нужно обязательно писать, сесть и сделать это. Это самое сложное и самое главное. А насчет supplemental essays, вот мое первое supplemental essay — это Why Tufts. Оно было очень-очень короткое. Такие эссе были для меня очень трудные, потому что я всегда очень много писала, намного больше, чем мне надо было со многими эссе. Однажды был такой кейс, что я написала эссе на типа, 600 слов, хотя мне требовалось 450, и 450 достаточно много слов. Но, в общем, это первое эссе, которое я написала и использовала максимум из этого. Тоже дам, наверное, чуть почитать времени. Так вот, с этим эссе я начинаю его очень так четко, то, что я хочу специализироваться в этой вот специальности, потому что 100-150 слов — это очень-очень мало, чтобы внести свой креатив как personal statement. Поэтому я сразу начинаю вот то, что я хочу специализироваться в этом, и я бы хотела бы брать такой-то курс. Такие вот курсы, и связала их со своим IB research paper, то есть со своим previous experience, то есть со своим experience в IB, в школе и так далее, и как я могу это продолжить в Tufts, это получается такой connect показывает с университетом, я также указываю minor, которым я бы хотела бы брать, потому что это что-то уникальное для этого вуза. Именно вот то, что уникальное, что-то необычное, я старалась указать, потому что, грубо говоря, entrepreneurship minor, ну, это во многих вузах есть. Entrepreneurship for social impact, вот это я не видела ни в каком вузе, которым я ресерчила, по крайней мере, который я подавала. И вот как раз это связано с моей деятельностью, потому что я занимаюсь non-profit. Также я указываю, получается, это было связано с академикой, и потом я указываю то, что вне класса я бы хотела бы делать заниматься Tufts University Television, так как у меня есть experience CNN, и то, что я бы интервьюировала бы людей, и также я потом просто перечисляю, потому что я пыталась очень много всего объяснять и так далее, но я поняла то, что 150 слов, опять же, это очень мало, и я просто, почитав разные эссе, людей, которые поступили, я поняла то, что мне не надо очень много всего объяснять, мне нужно просто указывать специфичные вещи, которые я точно буду делать. Поэтому тоже Tufts Cheese Club очень интересно, необычно, ни в каком вузе этого не было. Question Club, потому что занималась раньше horse riding. И также вот Cafe Pre-Orientation Program, это тоже что-то уникальное для Tufts. И также я гуглила и очень искала много всякого, что характеризует тафтовских студентов. К сожалению, у меня не было знакомых, которые бы учились бы там, поэтому мне не было некого спросить. Но я изучала разные видео в YouTube, студентов, смотрела влоги, смотрела, то есть отзывы студентов на разных сайтах и поняла то, что они все quirky себя описывают, они себя описывают social justice warriors. Это, кстати, то, что Tufts подметил опять, когда мне отправляли уже письмо о зачислении, то, что они очень хотят видеть людей, которые борются за социальное равенство и, в принципе, которые социально активные люди.
Поэтому это вот то, что они подметили в этом году, каких людей они искали, и это я, кстати, вот подметила в своем эссе. А мое второе supplemental essay, оно такое смешное, интересное, уникальное, я бы сказала бы для меня, не знаю, по крайней мере, мне эта идея очень нравилась, и я ее тоже добавила. Это была, кстати, опция, одна из опций, там было несколько опций, и можно было выбрать что-то одно. Я выбрала вот вопрос «What excites your intellectual curiosity?» Тоже вам дам время почитать. Так вот, я связала какую-то такую часть себя с этим, вопросом, потому что я, в принципе, человек, ну, мне многие говорят, мне многие задают вопросы такие с обидой, или я, когда задаюсь вопросом, я начинаю сразу гуглить, я начинаю сразу искать ответ на этот вопрос, даже самый такой странный, я бы сказала, поэтому... Я решила описать эту... Я тоже, когда вот брейнстормила, разные вот вещи записывала, и вот эту вот записала, сухую, наверное, такое качество о себе, то, что я гуглю все, и я пытаюсь идти на все вопросы, и это я указала в этом эссе. А насчет вот, кстати, этого эссе, такой спорный, получается, вопрос, я когда смотрела разные типы таких похожих эссе в интернете, примеров, в конце, вот эта последняя часть, то, что я буду делать в ТАФТС, это не все указывают, то есть есть люди, которые поступают, и они просто обсуждают свою там, как бы, страсть к изучению чего-то, и в конце даже не обсуждают коннекшн к университету, некоторые обсуждают это. Что я сделала, я все-таки решила упомянуть, что я бы делала в ТАФТС, потому что мне кажется, то, что это бы, как бы не помешало бы сделать, опять же, такой как бы коннекшн с тобой и твоим университетом мечты, который ты подаешь. Поэтому, мне кажется, это в очередной раз дает, лишний раз дает знать то, что ты заинтересован в них и почему, то есть причину. А если как бы этого бы не было бы, я не знаю, конечно, что повлияло на мое зачисление, но, тем не менее, я думаю, что это такой хороший плюсик. И насчет, получается, я решила сделать такую формулу каким-то спойлером. Ну, я не решила добавить немного юмора в это эссе. А сейчас появились вот вопросы. Шейха Фатима Award of Excellence. Во втором классе, если у вас есть award, вы не можете упомянуть его в Common App, потому что это последние 4 года обучения. Но сама я знаю, что Шейха Фатима Award of Excellence — это очень классное достижение, которое, ну, очень крутое здесь, в Эмиратах. Раз от конца можно подробнее. Откуда такие классные идеи? Оставаться с самой собой, думать, прям не просто типа, ой, я сейчас отдохну, подумаю, а сами в телефоне сидим. Нет, на самом деле просто нужно сидеть там в тишине, прям думать, прям заставлять себя мыслить и рефлексировать. И также спрашивать людей вокруг, реально очень много всего подсказали того, что я о себе не знаю. Потом у нас, то есть вы действительно изучали эту тему проявления психологии. Конечно, я все эссе основывала на правде. И такой есть тоже, наверное, мисконсепшн, то, что многие люди думают, то, что нужно описать свой эссе о каком-то своем активности или о том, что вы делали. Прям, ну, вы указали, вы могли посмотреть то, что в моих активностях нет ничего связанного с психологией, тем не менее, это тема, которой я интересуюсь. Я читаю книги на саморазвитие, на психологию, и вообще на эту тему тоже изучала разные книги. Но я не изучала, ну, как бы я не ставила изучение книг как свою активность, тем не менее, это мое такое хобби, которое я делаю в свободное время.
Такие вот эссе у меня по советам. Это research, research, research. Просто сидите, ресерчите. И вот второй вот совет, кстати, с этим связан, то, что compare universities to find unique opportunities to point out in your essays. Что мне помогло именно найти какие-то уникальные какие-то черты университета. Чем больше я начала изучать университетов, тем больше я начала их быстрее замечать. А первое время мне трудно было найти, мне казалось, что вот это интересно, но по факту оказалось, то, что это во многих университетах есть, и когда мне люди говорили, то, что нужно найти что-то такое уникальное для твоего вуза, я это не совсем понимала. А потом, как я начала очень много университетов изучать перед подачей вот на Early Decision Tool и Regular Decision, я начала понимать то, что вот, оказывается, это уникально, просто потому что я начала сравнивать все вузы друг с другом и понимать то, что вот этого я где-то что-то не видела, вот это что-то реально интересное. А так, когда ты просто один вуз или два вуза изучаешь, то много чего может тебе казаться очень классным, очень интересным, а по факту оказывается, то, что во многих вузах есть в Америке, и это не такая прям уникальность вуза, это может быть что-то, что указывают все. А третье — это указывать academics по social. То есть в моем эссе я указала вначале why Tufts — это академику, почему мне это интересно с академической точки зрения, Tufts университет, и потом я указала социальным, вне класса. Это, мне кажется, нужно обе части как бы говорить. Многие фокусируются на одном или на другом. Классно, когда вы обсуждаете обе. Во втором эссе то же самое, то есть я обсуждаю то, что в социальном плане, вообще просто в своем плане, в своем характере, почему это меня заинтересовало, а потом перехожу в академическую часть. И четвертое — это previous experiences plus university's opportunities could be. Ну вот тоже то, что я обсуждала, то, что я делала IB research paper, это extended essay, который все должны делать, и оно было связано с этой тематикой, этих курсов, которые я указала. То есть как бы то, что вы делали раньше, то, что вы собираетесь делать в будущем, именно то, что это университет предоставляет, это в очередной раз показывает то, что вы друг другу подходите, и это очень-очень классно. Насчет рекомендательных писем. У меня была такая, получается, вещь с рекомендательными письмами, то есть в конце 11 класса нам сказали то, что вот вам форма, заполните ее с именами учителей, которые вы хотите, чтобы сделали для вас рекомендательное письмо. И я указала учителей, которые я хочу, чтобы написали мне рекомендательное письмо, и получается, в принципе, на этом все. Но нас просят указать, получается, такой brag sheet, это документ, который нам дают, просто есть, получается, форма, а в принципе, это есть в интернете, даже если у вас такого нету, вы можете просто с интернета взять. Я свой адаптировала под интернет, потому что, и под себя, потому что мне так было удобнее. Указала просто все, что должен учитель обо мне знать, начиная от GPA, потому что, кстати, в нашей школе учителя не знают твои оценки в других предметах, если ты у них отличник, они могут не знать, что ты в других предметах отличник, у них нет доступа к чужим оценкам. Указала свои интересы, менеджер, какой университет хочу поступать, какую страну хочу поступать, и получать свои активности вне класса и так далее. Выбирала я, конечно, учителей, с которыми у меня очень хорошие взаимоотношения, но помимо этого я выбирала учителей, которые хорошие мне писали short descriptions. То есть у нас есть в конце каждого семестра, когда нам выдают семестровые оценки, нам выдают, получается, даже каждого учителя маленькую характеристику на вас. И она очень такая короткая, буквально, наверное, 2-3 предложения. Но, тем не менее, я выбирала учителей, я сравнивала их с разными другими моими, получается, одноклассниками и говорила, типа, они реально не копи-пейстят то же самое. Есть учителя, которые просто берут, копируют и вставляют это всем ученикам. Ну, или хотя бы половине класса, которые вроде нормально учатся и которые там не успевают по предмету, они вставляют другую половину. А в случае моих, получается, учителей, которые написали мне рекомендательные письма, я выбрала именно тех, которые написали мне уникальные и классные маленькие характеристики, помимо того, что я с ними там как бы общалась, у меня были нормальные взаимоотношения, это было для меня важно, потому что у меня были некоторые учителя, с которыми у меня были хорошие взаимоотношения, тем не менее их характеристики не были такие прям детальные. Может быть, если я попросила бы рекомендательное письмо, так это более важно для университета, тогда, может, они бы поработали бы над этим, так скажем так, побольше. Но я не стала рисковать, я стала как бы выбирать так. И также я выбрала учителя по математике и учителя по театру, потому что некоторые вузы, их мало, но все-таки некоторые требуют то, что, чтобы было одно рекомендательное письмо от технического, получается, одно рекомендательное письмо от более гуманитарного или творческого предмета. И я сделала именно так, чтобы просто не рисковать, и в зависимости, какие вузы я... Тогда я точно, прям, 100% не знала весь список университетов, и я подумала, то, что вот, в принципе, вдруг у меня появится такой вуз, который будет потребует такое, поэтому я сделаю так, то, что возьму учителя по математике, учителя по театру, хотя моя специальность не связана с математикой, больше с театром, с гуманитарными, с филмейкинг и так далее, я выбрала все-таки учителя по математике также.
Так, еще вопросы? Насчет школы я немного, ну, не хочу вдаваться в подробности. Это школа американская, IB, международного бакалавриата. Очень хороший по рейтингу здесь в ОАЭ в Дубае. Но я не хочу говорить название по причинам приватности. Да, может, когда выпущусь, скажу. А в какое количество университетов вы подавали? Я подала в один университет в Амстердаме, в один университет на Early Decision 2 и в еще 14 вузов на Regular Decision, то есть 16 вузов. Так что где-то так. По меркам моей школы это много, по меркам Казахстана это нормально. Так, люди подают 20-30 вузов, ну, скажем так. Не так, скажем, слишком мало, но не слишком много. Поделитесь вашим выбором. Почему в США вы рассматривали низшее обучение в ОАЭ? Я подавала в NYU Abu Dhabi на Regular Decision. Однако я такой человек, который люблю часто переезжать. Вообще меня жизнь к этому научила. Ну и, может, я такая, в принципе, по характеру, то, что мне нравится несколько лет в разных странах жить. И я не говорю то, что я буду жить в США всю-всю свою жизнь. На данный момент мне эта страна интересна с точки зрения образования, получения высшего образования и моего именно университета. Почему именно США? Ну, это лучшие университеты мира. Моя специальность очень-очень развита, там, human media studies. На данный момент, наверное, только развивается сейчас в Корее. Возможность учиться в лучших вузах с огромной финансовой поддержкой, это тоже было очень важно. Но я думаю, то, что примерно причины у многих похожие. Какие у вас honors? Я honors указывала, ну, я показывала до, и потом, наверное, если вы пропустили, вы можете посмотреть запись на YouTube с honors секцией. А насчет вот советов, таких, наверное, последних, один совет, который, кстати, не упомянут здесь, хочу его упомянуть сейчас. Пользуйтесь всем, что optional, optional essay, optional CV, то есть резюме, если вам нужно подать, optional интервью, если вас приглашают или если вас не приглашают, запишитесь на интервью. Кстати, ставьте, я записалась на интервью, мне его не дали, и когда мне не дали интервью, я почему-то думала, что все, меня не возьмут. Потому что у меня были интервью с другими вузами для Regular Decision, с многими, кстати, вузами у меня были интервью, и проходили очень-очень классно, и когда я не получила, в конце концов, интервью от АФЦА, а уже Decision должны уже скоро приходить, я думала, что я не поступлю, и в принципе, ладно, я подумала, на Regular Decision еще есть шансы, и были интервью очень хорошие проходили, поэтому это, кстати, может быть обманом, ну, у меня не было интервью, я поступила. Но optional обязательно заполняйте. Вот, допустим, TAFTS, они тебе никогда не дают приглашение на интервью, ты сам должен, как только ты отправил аппликацию, сам должен зайти в портал и заполнить заявку. Так я делала для нескольких таких вузов, некоторые вузы меня не приглашали, но у них нет такой политики, вы сами должны дать им знать то, что вам нужно интервью. Это дополнительный, то есть, получается, шанс вам показать заинтересованность свою, что-то рассказать новое. Это не так прям формально происходит, и я думаю, то, что если вы, в принципе, хорошо, нормально, так скажем так, общаетесь с людьми, то это просто великолепный шанс отправлять дополнительные резюме, потому что в них можно указать какие-то свои достижения, которые вы не указали, или достижения, которые, кстати, вот по младших классах вы получили немного, скажем так. Я не указывала какие-то достижения, которые прям давние-давние, но... Ну, скажем так, в 8-7 классе, который я не указывала в своей заявке. А другие советы? Совет номер один. Просите фидбэк, но не забывайте про свое мнение и видение, потому что многие из нас завершают эту ошибку, то, что отправляют свой эссей или что-то такое многим очень людям, которые разбираются, не разбираются в системе аппликации, получается, подачи в университетов США, и даже, в принципе, если даже разбираются, то не всегда получается так, то, что мнение, скажем так, ну, сколько людей, столько и мнений. И получается то, что ваше эссе становится такое странное, потому что вы пытаетесь его подстроить под каждое мнение, хотя вы должны больше всего подстраивать под себя, но спрашивать мнение других людей, потому что вы не можете просто отправить эссе. Если бы я отправила бы эссе, не прося фидбэка у знакомых там, людей, у родителей и, кстати, у education эссе, то, возможно, мне было бы... Ну, я бы не поступила бы, я думаю. Совет номер два. Найдите единомышленников. Это в плане поддержки и в плане создания каких-то проектов, потому что когда ты двигаешься в основном один, вот, допустим, как я докажу то, что Girls Symposium, да, мне было намного легче работать с несколькими людьми и не тянуть это все на себе,
чем, грубо говоря, проекты, которые я начинала одна. Тот же самый Сеном я начала одна, я его натянула на себе, пока я не нашла команду. So We Can Help было немного по-другому, было намного легче, потому что это был мой второй проект, и я уже как бы научилась на первом опыте. И я сразу построила себе команду и начала. То есть я нашла команду, потом начала. Это очень удобно. В плане, если вы заинтересованы как бы одни вещи, там, поступить куда-то или вообще просто заняться чем-то вне школы, вне занятий, то это очень выгодно всем. И будет, конечно, легче. А насчет ментальной поддержки это тоже очень важно. Люди тоже поступают в США и так далее, потому что у меня часто бывало такое, то, что некоторые люди, которые не поступают, не понимали моего стресса и моих переживаний. А те люди, которые через это прошли, и когда они мне говорили эти советы, да, мне кажется, это ментально, как бы ты больше к ним прислушиваешься и думаешь, что человек прошел через это, человек это знает, или человек проходит через это, и поэтому ты больше как-то слушаешь их советы, и больше тебе становится ментально, скажем так, спокойнее. Совет номер три. Вы добьете успех, какой бы вуз вы ни пошли, потому что, как я человек, поступающий в университет, были моменты того, что я думала, что, блин, я туда не поступлю, вообще никуда не поступлю, что со мной будет, с вами будет все хорошо, вы есть сами у себя, и все с вами будет прекрасно. В конце концов, я это поняла, потому что я подумала, ну, в принципе, в какой бы университет ни пошла, это зависит от меня, как я воспользуюсь этими ресурсами, можно находиться в лучшем университете мира и не пользоваться этими возможностями, просто погрязть в учебе то же самое. Но если учеба будет очень-очень трудная, и, возможно, вы ни с кем не познакомитесь, ни с кем не пообщаетесь, проведете все это время в своей комнате. Или вы пойдете попроще в вуз, воспользуйтесь всеми возможностями, понетворкитесь, что очень важно в моей специальности и в специальности многих сейчас в современном мире. Поэтому сами решайте. И если, конечно, в конце концов не получилось так, как вы хотели, не стоит расстраиваться. Если вы сами человек, который хочет добиваться всего на свете, у вас есть четкие цели, вы сами готовы прикладывать усилия, то я думаю, что с вами будет все в порядке. Так. И последний совет — это обратитесь в Education USA. Потому что спасибо большое, Дана, спасибо большое, Education USA. Я безмерно благодарна, и такая возможность была просто великолепная — получить столько дельных советов, столько всего интересного, большую поддержку, большую помощь, и ментальную, кстати, пока я поступала. Это было просто великолепно, я очень-очень благодарна. Спасибо, Дана, спасибо, Education USA. И в конце мой Инстаграм, Sabi Notes. Подписывайтесь, я отвечу обязательно на все ваши вопросы, если вы напишите мне в директ, и постараюсь помочь, конечно же, если это будет в моих силах, буду всегда рада. И готова сейчас, кстати, ответить на ваши вопросы. Я думаю, то, что это была вот моя главная часть вебинара. Так. Так. Вы пробовали сдавать SAT? Так, Сабина, я остановлю запись. Хорошо. Так.